I say, whoa, oh, 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 oh. Всем привет, меня зовут Наумов Алекс, и сегодня я расскажу вам, как играется песня «Мне так не хватает тебя». Окей, и песня состоит из нескольких частей, и вступление, и куплет довольно похожи. Вначале покажу, что все в тональности си-мажор. И начинает, там Филипп начинает петь вместе с залом под аккорд си. И там звучит вокалист, там о-о-о-о-о-о. Да, и мы поем все вместе. И когда вступают все инструменты, эта часть полностью звучит так. И так далее несколько раз. После этого идет куплет в песне, и он идет по ту же самую гармонию, но в другую динамику. Ну и так далее, это весь куплет. После этого идет сбивка и начинается припев. Припев состоит из четырех аккордов. Это соль, диез, минор. Потом ми мажор. Си мажор. И фа диез мажор. Ну, если вы играете на электрогитаре, это лучше играть не полноценными аккордами, а квинтами. Таким образом. Также в этом месте есть партия верхней гитары. То есть, если вы играете в две электрогитары, то второй гитаре лучше сыграть так. Покажу это место немного медленнее. С нижней партией это звучит очень сочно. Здесь вы играете кварту и квинту, здесь си. Это 12-й лад. Это нота соль бемоль, или скажем нота ля. Извините, нота фа диез. Да, и получается кварта. Ну, известны всем позиции. И все вместе зазвучит именно таким образом. То есть, играв эти две партии одновременно, у вас будет все очень плотно звучать. Окей, и дальше, когда заканчивается второй припев песни, там идет такой провал, и начинается третья часть. В третьей части такие аккорды, это соль диез минор, потом фа диез мажор, потом ми мажор, и фа диез мажор. На электрогитаре я там играю таким образом. Плюс у меня звучит дилей, и таким образом все звучит более ритмично. По нотам здесь примерно так. То есть нота фа диез, нота си, нота ре диез и нота соль диез. То есть буквально трезвучие соль диез мажора. И вы играете... То есть...
два раза соль, потом два раза си, и потом два раза ре диез. Получается... и так далее. Все вместе по гармонии играете так. Это уже когда пошло развитие. Окей, и после этого снова идет спад в песне, и звучит такая часть. Аккорды соль диез мажор, соль диез минор, фа диез мажор, ми и фа диез мажор. И играйте в разной динамике, играйте тихо, нарастайте, играйте громко, и так доходите до финального припева. Впрочем, это все по гармонии в этой песне. Все самые дополнительные какие-то нюансы по партии на электрогитаре вы можете также придумать сами, можете что-то дополнить. Но основное — это припев. Я советую вам, чтобы звучало более плотно, играйте в двух регистрах. Это в нижнем регистре и в среднем. И тогда ваш припев будет звучать очень плотно, и люди будут петь вместе с вами. И на этом все. Спасибо за внимание и до встречи.